Поставка газа в новом отопительном сезоне, новые проекты и старые долги. Эти и многие другие вопросы глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами ОАО «Газпром Межрегионгаз» Николаем Исаковым. Глава региона отметил, что Чувашия и «Газпром» всегда находят взаимопонимание даже в самое непростое время. В свою очередь Николай Исаков отметил, что руководство республики довольно эффективно управляет ситуацией. Сложное очень сегодня время, в целом сложное время, но вы держите, я бы так сказал, ситуацию, управляемую ситуацию. Есть, конечно, сложности в ряде муниципальных образований, но я надеюсь, мы сегодня обсудим, найдем те правильные решения, которые позволят в том числе и эти вопросы снять. В ходе рабочей встречи обсуждались и перспективы газификации Заволжья, строительство ледового дворца в Чебоксарах, а также вопросы, связанные с поставками газа в отопительный период и ликвидацией задолженности за потребление газа. Уровень неплатежей по республике повлиять каким-то образом на ситуацию не может существенно. Почему? Потому что по сравнению, так сказать, с другими регионами, он достаточно высок. Мы обсудили практически каждое муниципальное образование, обсудили все эти долги, наметили те мероприятия, необходимые действия, которые необходимы для того, чтобы никто не повлиял на ситуацию.